Спасибо, что пришли сюда. Я бы очень хотел, чтобы у меня лично было больше времени, чтобы прийти и чуть-чуть отдышаться и перед тем, как идти сразу в бой, но жизнь диктует свои условия, и время оборачивается порой против нас. Но что есть, то есть. Спасибо огромное, что пришли. Я очень надеюсь, вы еще понасладитесь нашим музицированием, и, может быть, кто-то особо смелый и далеко не робкий может еще поиграть с нами. Было бы очень интересно увидеть, кто на что гораст. Вот, сегодня Паша еще скажет свое вступление, я думаю, от себя. Но идея мастер-класса задумывалась в том, чтобы поговорить как о каких-то технических вещах и художественных, также и о в целом мышлении музыканта в наше теперешнее очень непростое время, когда нас защемляют со всех сторон всякие компуктеры и интернеты и тому подобное. Телеграм-каналы разные. Вот, очень хотелось бы как бы прояснить этот момент на фоне как бы того, где мы с Пашей побывали. Вот, я думаю, может, кто-то знает, а кто-то не знает. Мне посчастливилось как бы какое-то время проучиться в Амстердамской консерватории. О, Господи. Я не знал. Паша посчастливилось поучиться в Ростове-на-Дону и поиграть в Краснодаре с оркестром Гороняна. В общем, поделимся своими мыслями и выслушаем вас, дорогие друзья, потому что какой же разговор без двухсторонней связи? Паша, отбирай мне микрофон. Да, в общем, спасибо, Ян, за замечательное. Добавить, на самом деле, мне мало что есть таким замечательным словом. Хотел бы добавить, что наверное, нам бы сейчас хотелось начать формат мастер-класса в режиме диалога. То есть вы задавайте вопросы, какие вас интересуют, начиная с техники исполнения соло на малом барабане бочки и заканчивая какими угодно вопросами. Начнем с малого, закончим... В общем, потом, возможно, мы для вас еще что-то сыграем. Потом, как сказал правильно Ян, возможно, кто-то к нам присоединится, кто-то захочет что-то попробовать, спросить, потрогать.
Короче, в общем, друзья, не волнуйтесь, не бойтесь, ждем ваших вопросов. Кто у нас будет самый первый и самый смелый? Стоит отдельные аплодисменты отдать гитаристу Евгению. Да, кстати, сегодня Евгений. Замечательный EP. Всем советуем послушать. Паша принимал участие, нет, а еще Кирилл Крицу принимал участие. Да, он там сзади сидит, Кирилл Крицу, да. А еще впереди у Жени будет запись альбома. Поэтому stay tuned, как говорится, и все подписываемся на YouTube-канал, Instagram. И да. Евгений вам, да, потом выдаст, как парень с гитарой, как самый популярный участник коллектива, как всегда. Евгений соберет все лавры потом после нашего мастер-класса. В общем, друзья, слушаем ваши вопросы. Кто у нас будет самый неробкий? Да, кого что интересует, пожалуйста. Да, да. Все что угодно. Катя Худинец. Давай, жди. Я просто точно знаю, что очень многих интересует, как вам, в частности, после колледжа, в котором вы учились, музыкального, Глинки, удалось поступить за границу. И на самом деле разницы не имеет, а поступить за границу в Амстердам или там, в Краснодарский край, это все равно за границей, это все равно другое образование, и это сложности. Как вам удалось, во-первых, решиться на это, потому что это сложно оторваться от родного гнезда и куда-то полететь в свободное плавание, без поддержки родных. Ну, может быть, какое-то финансовое на расстоянии, но все равно. Это первый вопрос. А второй, насколько сложно поступить и что нужно, ну, для того, чтобы там любой желающий, который мечтает, и насколько это нужно вообще. Вот, спасибо. Ну, спасибо. Я первый? Ну, давай теперь ты. Да. Ничего сложного на самом деле нет. Главное решиться, да, и взять и сделать это. Да, естественно, будут преследовать какие-то волнения, другая культура. Ну, мне было в этом плане проще, потому что... Хотя, с другой стороны, я могу сказать, что пожив в России 4 года, у меня нет желания возвращаться. Это был хороший опыт, но я понял для себя, что не моя страна. Но, тем не менее, как бы, мне было относительно просто, потому что, как минимум, родной язык у нас один общий, и как бы не было этих проблем. Хотя, опять же, в 21 веке, будем серьезны, владение английским языком, особенно если ты находишься где-то а-ля той же Голландии, где это, считай, второй государственный язык, с этим проблем не будет получить. Каких-то особых знаний, я думаю, что этот бы вопрос был более... глубокий еще лет 15-20 назад, но сейчас благодаря... То есть мы уже то поколение, которое использовало YouTube для обучения во многом больше, чем непосредственно сами педагоги. И я вижу в этом только плюс. Естественно, есть огромное количество минусов. Мы с Яном любим иногда поговорить про то, что вот я там люблю, я не люблю, вот, когда ты заходишь и там видишь там, шагающий бас за 5 минут. Думаешь, как можно такую глубокую тему рассказать за 5 минут? Но... по сути своей, да, ты можешь прикоснуться к такому количеству информации, ты можешь написать педагогу. То есть я лично перед тем, когда поехал в Ростов, Ростов это Ростовская область, потом я работал в Краснодаре, я, получается, съездил в Москву, в Ганиясинку и в Ростов, я выбирал для себя педагога, то есть я познакомился с педагогами. Я думаю, это очень важно, в принципе, вначале найти контакт педагога, к которому ты хочешь конкретно пойти, поступить, и вообще, в принципе, понимать, какое-то учебное заведение идет, потому что лично мой опыт говорит мне о том, что сейчас, как бы это ни было прискорбно, но учебное заведение ничего, по большому счету, не дает даже корочка. Сейчас это уже, ну, если вы врач, хирург, то наверняка, конечно, городская корочка будет решать, я аж закохтавил. Но музыкант... Как музыкант я могу сказать, что я, например, больше всего опыта получил, играя с людьми выше меня уровнем, которые давали мне советы, где-то меня ругали за что-то. И когда ты непосредственно учишься от музыкантов, пускай даже это не басист, там, клавишник, барабанщик, но ты соприкасаешься с тем, как человек видит музыку, как он ее слышит, и ты пытаешься понять, то есть именно в процессе. Потому что... педагог это замечательно, это очень сложно. Я считаю себя плохим педагогом, потому что я готов убивать детей или людей. Чаще всего ко мне просто приходили люди старше меня заниматься, и я могу сказать, что мне тяжело, потому что я
требовательны от них, и я хочу, чтобы они горели этим так же, как и я. Mm-hmm. Но это неправильно. То есть мы сразу все понимаем. Да, чтобы сразу все понимать. Потому что не пить. Вот такое, короче. В общем, суть. Ничего в этом сложного нет. Решаться ради этого стоит, потому что это другой уровень, чаще всего. Это новая информация. Это, да, это обалденный опыт. Это обалденное количество новых знакомств, что очень важно. Благодаря идеи, мнений. Да, да, благодаря этому ты растешь. Не благодаря тому, что ты приходишь на специальность, и педагог там ставит тебе метроном 60, а ты ему играешь. Нет, а вот именно благодаря вот этой вот каше изменений музыкантов, стилей, вот этого всего. Поэтому я уверен, что в США тоже Беркли, оно интересно именно. Я играл с музыкантами из Беркли, и могу сказать, что в первую очередь то, чем они хвастаются, это тем, что ты попадаешь в творческую среду. Это самое важное. То есть надо искать место, где ты можешь творить. Если у нас в Беларуси появится тоже такой, так сказать, культурный хаб, где ты можешь играть в музыку, которая тебе нравится, ты можешь найти единомышленников, что очень важно. Обмениться с ними опытом, всем-всем-всем знаниями, то, собственно говоря, зачем тебе ехать и искать это? Вот. Поэтому я же говорю, здесь как бы есть и за, и против. Но я считаю, что ехать конкретно за образованием бессмысленно. Ехать за новыми мнениями, опытом, знакомствами и вот этим всем остальным, это да, это надо. Особенно потом делиться с этим мнением, это очень важно. Музыка должна быть не что-то такое, что вот у тебя там спят, вот ты играешь, никому не показываешь, как я играю, там, на трубе или еще что-нибудь. Ты должен делиться, самое главное. То есть, мы здесь, по большому счету, потому что мы сами захотели с вами поделиться. И это не то, что мы такие молодцы, мы считаем, что так вообще должно на всех уровнях быть музыкального шоу-бизнеса. Да, мы должны быть вместе. Да. Расскажи свою. Моя история. Хорошо. Усаживайтесь поудобнее, завертывайтесь в пледы, приготовьте свой чай, потому что я вам буду рассказывать сказку на ночь. Шоу 2015 год. Конец 2015 года. Я на тот момент уже отучился в музыкальном училище, я уже учился второй год в Академии искусств на звукорежиссера почему-то. Но мне тогда казалось, ну и по примеру своих старших коллег, ну почему бы как бы еще не развить себя в какой-то другой степени, которая так или иначе относится с музыкой. Короче, в физкультуре мне не хотелось как-то идти. Скажем так. И да, и на тот момент я как бы, вроде были джазовые проекты, но все равно это все как бы застревало в вечной внутренней как бы такой рутине кавер-бендов. И как-то, да знаете, и девушка бросила. И как-то вообще грустно стало, ну то есть вообще жить незачем. А я еще такой чувак, я на такие вещи очень так, ну, сильно реагирую. Ну, то есть, как-то вот надо было найти какую-то, короче, идею. Зимой я съездил в Бельгию, вот, к своим друзьям, конкретно к подруге, которая здесь тоже сидит. И к девочкам из нашего училища, которые вот учились там на скрипках играть. Просто так. Вот, не с того ни с сего. Ну, у меня была виза, она у меня заканчивалась, я такой, о, так давай приеду, ну давай. Я приехал, посмотрел, как бы, как там, что происходит. Ну, мне, в принципе, как бы понравилось такое, вот, что-то новое. И я уже приезжаю назад, я помню, Паша тоже подавал документы в Амстердам. И в тот момент, да, он хотел записать видео для отбора, там, такая фишка перед тем, как тебя приглашают на вступительное, тебя еще отбирают по видео. И он тогда мне позвонил и попросил помочь ему в студии записать видос для его заявки. И я такой как бы еду с Бельгии, такой звоню Паше и говорю, Паша, давай, вот, давай это видео будет и мое видео тоже. Такое, ну то есть, терять мне нечего все равно особо было, то есть мне просто так было. Нужно было зацепиться. Ну, такое спасение мое, знаете, в жизни как бы обыкакущее, все скучно очень. Кавер-бенды, девушка,
черт ее побери, и вот так вот. И, значит, мы записали видео, и это все как бы так закрутилось, мы стали так там, заполнять там анкеты, все, нужно было отослать, я помню, я в последний вечер отослал заявку, вот, и потом меня, опа, так позвали на вступительное, я такой, так, ну, это уже что-то, так, посмотрим, я такой сразу в деньги кошелек, ну, ладно, типа, поеду, ну, кажется, сном, но поеду, чего, раз я там чем-то им приглянулся, поехал, выступил, сдал теоретический тест, ну, сначала теоретический тест, а потом, как бы, поиграл профессора, они меня, как бы, отозвали на коридорчик посовещаться, а потом позвали, сказали, ты знаешь, мы берем тебя. И вот у меня такой... Да как-то так. Я вообще как бы до последнего не рассчитывал. До последнего это была, ну, какая-то шалость, какая-то шутка, знаете. Ну, то есть вообще несерьезно относился до последнего. Да я даже играть, я даже ноты, что играть, распечатал вот в последний вечер перед отлетом. Думал, ай, ну, сыграю это. Чероки. А? Чероки. Чероки, да. Точно, чероки. Да, я помню. Да, Катя просто со мной летела тоже, но не долетела. Из-за проблем с документами, которые возникли у меня. Вот, так я к чему? Ну, смотрите, оказывается, ну, то есть можно особо не придавать этому никакого значения, при том, что, а я потом рассказывал свою историю европейцам в Амстердаме, которые там тоже поступали, и там и чуваки такие, ой, нет, а я вот серьезно готовился, вот очень, я вот, типа, и у меня был план, вот если я не поступлю сюда, у меня еще запасной был аэродром, там, типа, вот в академию еще туда подал, а я еще вот туда подал, а я вообще шестой раз подряд поступал и поступил, наконец-то. И я такой просто, ну, слушаю, офигеваю. Это я к чему? Это я не к тому, чтобы сказать, какой я офигенный, посмотрите, я же... Ты уже сказал. Ну, я уже сказал. Это я к тому, что... К тому, что, а что, если вы не знаете? Угу, какие вы, да? Да, а что, если вы не знаете, и почему обязательно к этому нужно, ну, серьезно относиться? У нас, как бы, понятно, почему нужно серьезно относиться к поступлению, потому что вы отсрочку от армии, как бы, получаете, мальчики. А, поэтому нужно, конечно, экстремально прямо вот серьезно относиться. А тут, как бы, чего, вот я согласился на такую авантюру, сам себе придумал, и победил. Вот, и по этому поводу еще что я хотел сказать. В любом случае, я на каком-то этапе мастер-класса хотел сказать, но мне интересно, какой процент, ну, как бы, сколько людей вот здесь, здесь присутствующих отучились или учатся на, там, в музыкальном училище каком-нибудь, или колледже, или в университете культуры, может, или... Поднимите, чтобы я... Да, все, замечательно. Так вот, знаете, что я вам скажу? Мне было, короче, опять из разряда такой хвалы самого себя, беспощадной, я скажу, что на прослушивании, уже после теоретического теста, мне профессоры, которые меня прослушивали, сказали, а вы, кстати, вот у нас тут как бы результаты есть, вы, оказывается, сдали теоретический тест на 95%. Короче, тест был просто легчайший. Ну, просто, и вот что я хотел сказать, самое главное, что вот им, вот все, что, чему нас учат в музыкальных училищах, колледжах, все, чему учат вот в университете культуры, вот всяким, то есть сольфеджио, гармония и там, тому подобное, ну, профильные, я имею в виду, предметы, естественно, философия там не нужна никому была, мы до нее даже не дотрагивались. Но этого всего как бы более чем достаточно, например, вот, чтобы пройти на 95% спокойно, теоретический тест на поступление в Амстердам. Ну, то есть главное ходить, просто посещать и реально как бы это учить. Я был заучкой как бы музыкальным. Я очень хорошо учился по сольфеджио, по гармонии и по музыкальной литературе. Может, как бы по белорусской литературе у меня было 6. Но зато по профильным предметам. Да, зато по профильным предметам как бы я хорошо учился и вот, ну, прошел тест. То есть. Как бы там, например, нету такой, такого блага для людей, то есть как у нас там типа музыкальная школа и там музыкальное училище вот до университета. Там люди,
Ну там в этом другая фишка есть. Там люди зато как бы сами доходят до этого. Там не то, что их там родители взяли за руку и там отвели в музыкальную школу и все, и там тебя там смотрят преподаватели. Там они сами до этого доходят, но там нету такого вот централизованного и такого систематичного образования, как у нас есть, которое потом позволяет тебе приехать в университет европейский и показать вообще класс прямо на старте. Со всей теорией, как бы со всем фашем. Потому что еще очень долгое время я на первом и на втором курсе выезжал вот за счет знаний, полученных здесь, честно. То есть там, когда мои однокурсники европейские и нидерландские, они там сидели над домашним заданием и тупили, такие, Ян, подскажи, что здесь? А это как бы училищный курс, там инструментоведение, училищный курс гармонии. Поэтому я очень советую эти знания, полученные в Кульке, в институте культуте и в училище музыкальном или колледже, не говорите о них свысока, как бы, не говорите своим знакомым, что что там это Кулек. Эти знания очень полезны как бы в жизни, и они реально, то есть единственное, чему, видимо, там не учат так, на что не прилагают так много усилий, это практическое их применение. Это единственное, за что можно им предъявить. Но в целом, как бы, все технические как бы средства были всем даны, кто там проучился. И другое дело, как бы взяли вы их на вооружение или нет, или как бы насколько вы внимательно это все как бы проходили. Вот это вопрос, который как бы каждый себе должен задать. Все. Я бы еще, знаешь, дополнил бы твой ответ. Такую вещь. А после Ростова я закончил, получил бакалавра, я подумал, надо же мастера получить. И да, подал документы на мастера только в Амстердам. Тоже пришел ответ, я приехал, да, отыграл, и мне сказали, что все круто, мы берем, но ты должен сперва идти на бакалавр. Мы так вот хотим. Либо на магистра, извини, но типа у нас есть другой кандидат, который у них уже отучился. К чему я рассказываю об этом? В тот момент я расстроился, но я подумал, 4 года бы на бакалавра еще сидеть. То есть у меня и так уже есть документ бакалавра, смысл мне получать бас-гитарный еще бакалавр. Я подумал, ладно, да. Получил. С другой стороны, да, ты уже побыл вот в Амстердаме, тоже как бы подумал, блин, ну вот же этого, типа, может, стоит. Ну, я отказался. Жалею ли я сейчас? Абсолютно нет. В тот момент я был полностью разбит. Я думал, сейчас приеду, получу спокойно и поеду на магистра, естественно же. Вот, поэтому, если у вас будет неудача, вы решите все-таки поступить, но будет сразу неудача, вообще не расстраивайтесь. Потому что, как Ян правильно сказал, есть люди, которые по 5-10 раз туда пытаются поступить, даже на бакалавр. Я молчу про магистров. Поэтому наберитесь терпения, если это ваша цель, идите до конца. Делайте. Да. Ну, главное, не думайте, что мир, наверное, закончится. Ну, про пашную заявку я уже как бы, ну, узнав там профессоров и вообще как бы ситуацию и атмосферу в этой консерватории, я понял, что, во-первых, они очень хотят, они не любят видеть таких просто как бы залетевших сюда чуваков не из Европы, как бы откуда-то еще. Беларусь, блин, что это такое, где это? Ну, как бы, и то же самое, как бы, наверное, на самом деле, и там, к Корее относится, и к чему-то еще. Наверное, кроме Америки какой-нибудь, или Канады, или Англии. Нет, Китай там нет, почти. Из Китая здесь учатся. Да, им хочется вот видеть поступающим, ну, то есть, если человек не учился предварительно там в каких-то европейских вузах до поступления как бы на мастера в Амстердам, они желают видеть хотя бы хоть какое-то там вот, у них, короче, вот такое отношение есть. То есть американец, канадец, там идите на бакалавр, короче. Да, в общем, а так они отправляют как бы окольными путями, нет, вы все-таки как бы сначала у нас, типа, пройдите, а потом, типа, вот, заходите попозже. А типа, плюс еще к этому я знаю, что Паша на тот момент уже увлекался дьявольской музыкой. Он увлекался всякими фьюжными. А, да, на магистра надо было играть авторскую музыку, кстати говоря. Тоже такой интересный очень аспект. Да. Но они хотят слышать больше традиций там. Больше традиций. Более аутентичный, более олдовый звук.
Паша уже прошел этот оптовый звук. Ему ну, не то, что прошел на тот момент, но скорее просто мне было интересно другое. Ну да, да, а так что... они как бы не заценили это. В любом случае, да. Ребята тоже. Да. Спасибо. Но я правильно понимаю, наше образование заслуживает уважения, и не нужно им тоже пренебрегать, конечно, и ехать куда-то, чтобы искать. То есть можно и здесь получить те базы, те основы, которые тебе помогут. Я пытался сказать, что ты едешь за новыми ощущениями, новыми знаниями, знакомствами и всем-всем-всем остальным. Но не потому, что здесь у нас просто, как говорят, ой, здесь не у кого учить, здесь нечего делать. То есть это все неправда. То есть это твой итог тоже, да? Да. Я думаю, музыка, в первую очередь, должна быть самообразование, если ты сам хочешь найти информацию. Я не очень любитель такой музыки, но вот Yngwie Malmsteen. Я, честно говоря, его никогда не слушал. Гитарист, наверное, Женя, ты, наверное, знаешь Yngwie Malmsteen. Вот в каких годах он там начинал? 70-е, да, где-то, так? Ну, что-то. Да. Представляете, человек из Швеции, без YouTube, без интернета, вдруг вот вылез и играет на уровне просто топовых американских чуваков. Вот. Вот за это ему просто хочется похлопать. А у нас, да, а у нас сейчас, когда ты можешь включить, не знаю, там, любого, там, Патитучи или Криса Дейла и сидеть и снимать его в углы, бля, т.п. И все это делается вот сейчас, то, что сейчас. И ставить стейки и приходят такие. Да, вот. Класс, класс. Да. Мой отец саксофонист рассказывал, как они могли найти мундштуки и трости на саксофон, т.п. Они там кипятили это все, т.п. делали. Сейчас таких проблем нет, так что, блин, надо пользоваться благами цивилизации. Никаких поблажек уже не существует в нашем мире. Да, да. Хорошо. Спасибо. Кого-то еще что-нибудь может интересует? Может, двойные удары по малому? Или более какие-то глобальные вопросы? Как заставить людей танцевать? Как заставить людей танцевать? Это очень хорошее. Я хотел уточнить вопрос, но решил, что не надо. Давайте, вольно, ребята, как сам решить. Надо играть очень много музыки. Очень много. И я даже по-другому скажу. До этого, а можно и в процессе этого, надо очень полюбить сильную музыку. В которую играешь. Блин, как, вот это я сейчас сказал тоже, как все, нет, очень, очень пространно. Но вот как сейчас свою мысль оформить, надо... Надо расслабиться, в первую очередь. Да. Полюбить, да, я бы дополнил, что... Я человек из Амстердама знаю. Надо полюбить ту музыку, которую ты играешь в данный момент. Это прям обязательно. Не важно, что ты играешь. Моя бабушка курит трубку и какую-нибудь дикую фирму Андерсона Пака. Ты должен быть в этом. Да, ты должен находить, прежде всего, для себя в каждом музыкальном моменте. Неважно, тебя заставляют как бы играть определенную музыку, или ты как бы сам ее играешь, как бы свою любимую. В любом моменте нужно найти свои любимые фишки, которые тебя заводят в первую очередь. Например, вот как Паша сказал, я когда играю в каверах, в жестких там для каких-нибудь женщин в возрасте или мужчин там, с предприятия, помню, я играю «Бабушку курит трубку» как просто как будто завтра не существует. Не потому, что я так люблю эту песню, на самом деле. На самом деле, я бы ее и не играл, но раз уж как бы мне нужно ее играть, то я просто вживаюсь в это. Я сам подпеваю. «Моя бабушка курит трубку!» И играю вот все. Я прочувствую каждый музыкальный момент всеми как бы вот... фибрами своего тела. Я хотел бы очень точнее еще как бы выразиться. Я просто хочу, мне кажется, вот я хотел до этого момента дойти на мастер-классе. Мне очень хочется, чтобы вот все меня поняли сейчас. Нужно очень любить музыку. Нужно очень любить любую музыку. У вас могут быть какие-то предпочтения, но когда вы играете музыку и когда вы слушаете музыку, вы должны находить уникальные моменты для себя лично, везде. Я Бритни Спирс недавно все альбомы переслушал. На корабле. Это был мой любимый момент шоу, это Бритни Спирс Мяли. Короче, да, ну там фермент. Да. Ну, а для этого нужно, опять же, как например, подготовительная штука, опять же, чтобы
чтобы ценить больше моментов музыки, опять же, нужно желательно изучать как бы ее историю, как бы историю возникновения определенных как бы ее элементов. Просто когда вы начинаете это ловить в музыке самой, что а, этот элемент оттуда, этот оттуда, у вас как бы вы начинаете понимать кайф в том, или начинаете понимать человека, который произвел эту музыку, который сочинил ее, или, блин, продюсеров, которые написали Бритни Спирс, вот эти все песни. Вот она их поет, а там вот в какой-то момент 10 каких-то чуваков в студии сидели и вот это все вот писали ей. И там клавишник так играет одну линию, вот, что я часто очень просто беру, переслушиваю, и попса попсой. На гардеробную линию, и я думаю, блин, ну вот это же должен был вот чувак с чувством так сыграть, вот именно, чтобы оно так получилось качево. Oops, I did it again, там вообще слэповый бас, между прочим. Да. Вот. И вот в тот момент, когда вы полюбите вот то, что вы играете, вы заставите людей танцевать. Вот я почему. Да, я, наверное, бы еще сказал, что очень важная вещь в плане передачи эмоций, это чтобы ты сам начал танцевать от каждой ноты, которую ты делаешь. Это... То есть фил, с которым ты садишься изначально, это как, ну... К примеру, ты берешь и ты играешь просто ноту. Не берешь ноту. Ты просто берешь. Ну, как бы вот она звучит, она где-то в пространстве. Но когда ты понимаешь, вот садишься и сразу такой. И ты уже чувствуешь внутри себя какой-то план. И это передастся другим музыкантам. Это очень важно. Именно, точно. То, что вот, кстати, Паша так сделал. Я тоже вспомнил еще один. Для меня тоже, ну, показателем того, что я, ну, наверное, в правильном настроении, в правильном ритме, как бы играю и доношу это, является то, что когда вот я прямо чувствую, блин, что я играю, когда я чувствую, что я вот единое целое с этим, я вот как-то, вот многие скажут, что это неправильно, потому что, как бы, естественно, нужно, чтобы постановка, как бы, было все правильно, но это кое-что, на чем нужно заниматься, как бы, изначально, чтобы понять, как бы, просто базисные принципы постановки. Но в целом я замечаю, что мое тело как-то само, ну, какие-то производит движения, совершенно, как бы, ненужное, но тем не менее, вот, потому что это вот то, как я себя чувствую. Вот сама по себе музыка и ее грув заставляют меня скорячиться определенным образом. Ну, при том, что не в том плане, что даже как-то зажаться, а просто вот, чтобы почувствовать как бы лучше. Вот, например, давай, Паша, сыграем с тобой кривой какой-нибудь бит. Вот чтобы, как папа мой говорит, когда барабанщик сбивается. Давай. Не знаю, смогу ли я. Да, и вот обычно... Ладно, давай просто сыграем. Начинай. Это что-то... Начинай кривить. Сначала не буду кривить. Вот, короче, как правильно вроде нужно играть. Вот, заслабь руками. Все, все, как бы спокойно. Вот, как правильно нужно играть. Вот, все, ровно. А мне вот хочется играть так. Любить музыку.
Очень наглядно. Да, взаимно. Должна быть взаимность. И тогда все затанцуют. Ну что, еще? Мне просто интересно, а почему этот риф кривой, по-твоему? Вот этот нет просто... Почему он кривой? Да, вот такой вот. О, мы сейчас в историю можем залезть. Да. 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 Ну, потому что я нарочито... я сейчас объясню, почему. Я нарочито ускоряю, точнее, играю раньше вот оба, как бы мало барабан, вторую, четвертую долю. Я чуть раньше ее как бы, как будто так, не могу найти слова, господи. Да, а хай-хэт у меня, он как бы не шафловый, то есть я не шафлую восьмой, да, и не то, что так типа происходит. И в то же время не ровно играю так, но они мне что-то как бы, что-то между, то есть я как будто нарочито еще отодвигаю второй удар, то есть я играю... А еще когда я добавляю дополнительный удар, ну, как бы хлопком таким, и еще получается, как будто ошибаюсь постоянно, то есть... Ну, то есть оно такое... Как будто я не умею играть. И потом получается так... А потом я когда еще задерживаю бочку, когда она не ровно в первую долю играет, а... Чуть-чуть как бы позади хай-хета, то, ну, вообще какой-то трэш начинается. Понимать, опять же, все как бы такие штучки хорошо очень смаковать и понимать, когда ты понимаешь их, откуда они идут. Потому что мой отец, если кто знает моего отца, который тоже как бы вроде, не вроде, а офигенный барабанщик, но он не понимает этого. Он постоянно, когда мы едем в машине, слушаем как бы такую музыку, где вот такие неровные биты, хип-хоп такой, он говорит, барабанщик ошибается опять. Вот, а все почему? Вот, и, кстати, вот вся эта тема, как бы, движуха с хип-хопом, она уже активно обсуждается вот даже в академических кругах. В академических кругах, вот у нас постоянно профессора разные с лекциями приезжали в Амстердам, объясняли, как бы, природу этого всего, то есть, и от этого еще даже интереснее становилось. А ведь это все от чего пошло? От того, что был такой, например, ну, один из многих, но, наверное, более известный, наверное, который считается революционером в этом стиле, Джей Дилла. Покойся в силе. Может, кто-нибудь слышал про Джей Дилла? Нет. Никто не слышал про Джей Дилла? Да, я слышал. Ну, Кирилл, я знал, что он слышал про Джей Дилла. А это такой очень интересный человек. Наравне, кстати... В одно и то же время вместе с ним вот один и тот же стиль музыки вот такой вот писал, это короче был электронный продюсер, хип-хоп продюсер. Он сидел в Америке. Да, битмейкер. Он сидел в Америке. Он был очень жестко болен и в итоге как бы умер в начале 2000-х. А в это же время, кстати, тоже считается, вместе с ним жил и, ну не вместе с ним, прямо в одном доме, но как бы в то же время жил, но совершенно в другой части мира, в Японии, жил такой чувак по имени Нуджабес. Вот ты, Кирилл, знаешь, например, Нуджабес? Вот. А их обычно, вот их портреты, на самом деле, что интересно, их портреты рисуют обычно, ну, какой-нибудь там арт, рисуют вместе. Потому что это чуваки, которые каким-то образом, блин, оказались по разные стороны мира, но писали одно и то же музло в одном и том же стиле. И вот, черт возьми, черт знает, кто первый открыл. Но Джей Дилла же при жизни не было особо популярен. Тоже такая фишка. Ну, но, да. Не так сильно. Ну почему? Ну он же, он, я бы так не сказал, он не был популярен, потому что в те времена не было модно
освещать именно продюсеров. Да. Я думаю, что, наверное, стоит, в принципе, объяснить, почему как бы это считается неровный грув со стороны вот, битмейкера. А, так теоретически, вот, да. Не, не обязательно, можно продолжить. Не-не, так это я к этому всему вел. Вся фишка была в том, что Джей Дилла, будучи таким, как бы, таким лихим хип-хопером, черным чуваком, он наверняка, как бы еще, как легенды гласят, он во время написания трека как бы мог использовать какие-то как бы, иные вещества для вдохновения. Неважно, в любом случае, как бы тормозилась его реакция или нет. Он любил делать так. Он любил. У него была такая легендарная машинка Roland SP-404. Это сэмплер. Кто не знает, что такое сэмплер? Все знают, что такое сэмплер? На всякий случай все равно скажу. Это машинка, на которой можно вырезать кусок трека, аудиотрека, и потом как бы как-то им манипулировать. Либо играть его несколько, сколько угодно раз. Можно его повысить на определенное количество тонов, можно понизить, можно ускорить, можно замедлить. Можно несколько сэмплов вырезать из трека и потом их как-то музыкально переаранжировать на штуке. Он что делал? Он как бы вырезал очень много, ну даже может немного как бы кусочков этих аудио и составлял из них композицию, а наверх потом использовал барабанные сэмплы, то есть просто нажимал, короче, на кнопки, а там барабаны играют. И вот он любил сделать так, что вот у него как-то вот неровно пальцы били. И он просто так наобум, может, он как бы под чем-то был, я не знаю. История, я слышал немножко другую, кстати, историю по поводу, почему он начал делать их медленнее чуть-чуть. О, сейчас скажешь. Да. В общем, да, в любом случае, как бы его стиль стал таким знаковым, потому что вот он любил... до этого как бы битмейкеры тоже использовали эту машину, но там была одна интересная штука, которую на тот момент уже изобрели. Это кнопочка под названием Quantize. Поэтому как бы начинающие продюсеры как бы на этой машинке, они нажимали Quantize, и все барабаны, которые они даже неровно запишут, они как бы квантизировались по сетке и звучали как бы очень ровно. Настолько ровно, что даже противно ровно по-машинному. А Джей Дилла как бы был один из немногих, кто как бы такой решил, что нафиг этот Quantize. Я, короче, лучше знаю, где моим барабаном стоять. И он вот так вот набивал, и очень неровно как бы получалось. А людям понравилось, потому что вот так вот родился... Такой стиль, может, кто-нибудь включал когда-нибудь на YouTube вот эту девочку анимешную, которая там пишет уроки постоянно с котом. И она навечно обречена как бы сидеть в этом лупе до скончания веков. А возможно и после скончания мира она будет сидеть и все еще делать уроки. Так вот, все музло, которое там играет, оно вот как раз-таки вот в таком стиле и сделано, который когда-то изобрел вот этот парень. Какой способ? Я слышал более теоретически. В общем, суть в чем? Он не прямо их набивал, ну, не, естественно, какие-то грубо набивал, но суть сэмплинга он вырезал, допустим, такт, бит какой-то, так, или два такта. И проблема барабанов, им очень нравится музыка 70-х, 80-х, это как бы, естественно, он на этом вырос. Но проблема саунда 70-х, 80-х в том, что ни бас, ни барабаны не давали низкие частоты. Вот, и для того, чтобы у барабана появилось бочки низкие, тут бум, такой прям густой-густой низ, надо было опустить звук барабана. Чтобы опустить звук барабана, соответственно, надо замедлить. Ага. Вот. И он искал этот момент, и в какой-то момент он понял, что вот это чувство лупа более низкого барабана, но замедленного, идеально сочетается с старым темпом других инструментов. Вот. То же самое делает бас, поэтому как бы фишка этого стиля в том, что бас не, в принципе, не обязан попадать с бочкой прямо один в один. Если вы послушаете какие-нибудь микстейпы Джей Дилла, кстати говоря, то у него очень часто бас как бы около, бывает даже еще больше сзади барабанов идет. Такая фишка. Советуем зачекать как-нибудь, если вернется домой. В принципе, если кто-то увлекается Робертом Гласпером и всей этой музыкой, то как бы это обязательно прослушивание. Роберт Гласпер и Крис Дэдди Дэйв, вот они все как бы вот 100% больше всех об этих чуваках знают. Да. А еще был такой Д'Анджело, но он... Почему был? А, он сейчас есть, извините. Я уже похоронил. Поспешил. А был Д'Анджело, который... То есть, смотрите, как музыка работает. То есть, какая-то революция происходит в электронном продакшене, да, музыкальном.
а музыканты тут же как бы подбирают себе. И как бы, то есть что-то, что чуваки пытались копировать как бы от музыкантов, например, вот тем самым как бы они позаимствовали как бы живое исполнение в электронной музыке из-за того, что как бы барабаны играли неровно. То есть это, ну, грубо говоря, звучало очень по-человечному. Как будто какой-то чувак сидит реально, ну, как бы неровно играет просто, ну, человек. А, только они вот довели это до экстрима такого. А потом появился, ну, был в то же время, кстати, как Джей Дилла как бы на сцену зашел такой тоже черный парень хороший, Ди-Анджело, собрал команду. И как бы решил тоже позаимствовать, он как бы словил этот вайб, и он собрал команду, он пел такой очень красивый, такой мелодичный сол, преджазованный, и он своим музыкантам сказал, нет, вы вот не играйте вот так вот, как написано в нотах, как бы нафиг ноты, играйте вот мне так, как будто вы обдолбаны вообще. И как бы, ну, достиг как бы того же, собственно говоря, результата, только как бы уже в рамках живого коллектива. И это вот, опять же, мы выходим на то, как прикольно очень много как бы, моментов музыкальных из истории как бы узнавать и осознавать для себя, чтобы потом любить музыку еще больше, когда ты понимаешь вот этот вот, как в «Короле льве», да, вот круг жизни, когда вот электронные продюсеры что-то заимствуют у музыкантов, пытаются как-то вот каким-то фейковым путем в своих компьютерах вот достичь как бы гуманизма такого, хьюманизма. И рождают что-то новое. А музыканты потом берут это что-то новое и пытаются сами как бы скопировать уже. И в итоге рождается еще что-то новое как бы качественно. И вот так вот продолжается из поколения в поколение. Тот же как бы Джорджо Мейер, что да, он драм-н-бейс как бы позаимствовал. Да, он драм-машинку чистил. А драм-н-бейс как бы, естественно, позаимствован у реального как бы там всяких афро-ритмов, да, и прочих товарищей. Там парень как-то поднимал руку, но Кирилл его перейдел. Что вы ждете как музыканты от перкуссиониста, когда играете с ним? И какие задачи вы поставили перед перкуссионистом, будучи аранжировщиком либо композитором? Ну, это зависит от стилистики очень сильно, я бы сказал, да, наверное. Да, то есть как бы здесь надо... Ну, о каком стиле музыки мы говорим? Допустим... Ну, пускай будет та же латина. Ну, я давай ты как барабанщик скажу вначале. О, хорошо. Я, кстати, недавно что заметил, потому что недавно произошло из-за того, что мне пришлось поиграть на перкуссии в проекте «Сам Шазам» такой, они, кстати, сейчас где-то играют в этот самый момент. Так вот, я как-то пришел туда, меня позвали поиграть на перкуссию, и если до этого как бы у меня было все-таки... Ну, то есть, опять же, у меня, знаете, как вот я говорил про университет культуры, у меня были как бы было техническое понимание того, что перкуссия, в принципе, делает и ее как бы функция музыкальная, как бы что она добавляет, как нужно играть, как бы какие элементы, но... Опять же, ничего так просто у тебя в голове нормально не укладывается, пока ты реально вот не пойдешь и не попробуешь. Не пойдешь и не сыграешь, и не поймешь, вот сам для себя не почувствуешь. И я вот как барабанщик, играя на перкуссии там, понял, как же офигенно вот... Вот без перкуссии все равно ритмическая составляющая любого произведения, она такая бедная, потому что, ну, как бы единственное такое музыкальное хитро... выдуманные моменты может играть только барабанщик. Но барабанщик, блин, тоже устанет быстро. То есть он не может же... И люди тоже устанут, если он будет как будто он фьюжн наворачивает. Знаете, там всегда все заполняется. Это получится какой-то Дэйв Вейкл какой-то получится, которого я тоже устаю часто слушать как бы долго. А вот как раз таки я понял на самом деле, что задача перкуссиониста – это добавлять еще больше ритмики, больше заполнения в грув. То есть я заметил, что в большинстве случаев, например, когда в попсовых песнях особенно это заметно, вот поэтому я сам Шазами как бы это увидел, потому что там играются как бы вроде попсовые песни,
Но я заметил, что там попсу... Давай какую-нибудь просто попсовый рифс. Рифс играем попсовый. Какой-нибудь кума, кум-кума, тесть-тесть-кума. Раз, два, три. Все вроде хорошо в этом рифе, но я вот из-за таких остановок, да, когда там я играл кума, вот тесть кума, оно как бы очень клево, синкопирование, да, но оно звучит рвано все равно. А вот было бы очень хорошо, как я сейчас понимаю, вот если бы кто-то стоял, например, какой-нибудь перкуссионист, и он, возможно, как бы ничего бы сложного не делал, но он на тамбуринчике бы стоял и делал бы шака. Поэтому в первую очередь, господи, как же я долго к этому подводил. Почему я так говорю пространно? Да, дать стабильную ритмическую насыщенность, чтобы сгладить вот все углы как бы, в произведении музыкальном. И лишь изредка, а может даже не изредка, когда вот барабанщик этим не занят, какие-то моменты можно как бы особо остро как бы выделять. Тутильные какие-то моменты. Да. Можно не тутильные, то есть бывают моменты, когда, которые оставлены конкретно для перкуссии, да, латинь, когда нужно сделать тра-тра-тра-тру-тру-тру. Вздац. Кабыщ. Хэс. Мне что-то понятно. Такой ответ. Женя, что тебе нужно от перкуссии? Мне? Да. Мне надо, чтобы красиво играли и вместе с группой были, чтобы это был один ансамбль, чтобы все друг друга слушали. А конкретика — это уже к любви, к жанру, и ты должен изучать это. Ну, как мне кажется. Да. Ну, я не перкуссионист, поэтому я конкретно ничего не скажу. Но я могу представлять, как это должно звучать. Мне кажется, как аранжировщик, но я скажу скорее, как я вижу это. Наверное. У нас есть три, так сказать, музыка — это торт, вкусный, который ты ешь. И верхний слой — сливки, вот это вот все самое вкусное, да, это мелодия. Мелодия, естественно. Потом в середине это банановая прослойка, это аккорды, вот это вот все, гитара, там как вот это все происходит, ритмически-гармоническая структура. Снизу это барабаны и вся ритмика, условно говоря. Бас находится, если представить теперь это как спектр, ведь слои идут не прямо, меняются резко. Бас — это что-то, что посередине соединяет, так сказать, как компрессор, который вместе делает этот саунд плотный, сочный. Он соединяет ритмическую основу с гармонической и ритмической, то есть ну, внизу вот эта прослойка. А перкуссия, чем мне, например, как аранжировщику интересно, нравится, благодаря огромному спектру частот и всего, что она может делать в плане ритмической организации, она проходит через все. Потому что, как я сказал, когда нужна просто ритмическая организация, просто держать, помогать барабанщику грув, ты просто стучишь ровно на бонгах или шейкер, ты помогаешь ему держать. Иногда у тебя есть гармоническая какая-то основа, когда ты делаешь разные, как называется, когда ты проводишь это. Да, вот, к примеру. Бар-чаймс. Можешь делать. Или, к примеру, стоп-тайм какой-то, и ты понимаешь, что здесь должна, чтобы осталась одна перкуссия, которая сделает какой-нибудь...
по большому счету, в этот момент перкуссия выходит вот на верхний момент, и это и есть сливки, тот момент, когда как бы мелодии ничего нет, все повисло, и только перкуссия дает вот это вот чувство дальше музыки какое-то, то есть ничто не остановилось. Поэтому, да, здесь надо изучать и как бы понимать, что ты на перкуссии, ты как бы движешься между всеми линиями этими, и ты должен понимать, чувствовать, что тебе надо. Либо слушай этим музыкального руководителя, который говорит, что ему надо конкретно здесь идти. Я думаю, конечно, да, мы не говорим о том, что как перкуссисту, как любому перкуссисту, нужно разбираться вот в разных латинских стилях и какие обычно паттерны там играются. В Амстердаме, кстати, для всех абсолютно есть один урок по этой штуке. Абсолютно для всех, где все группы приходят, и чувак, значит, рассказывает, и мы там берем всякие клавы или кабелы и стараемся воссоздать. Вот Катя тоже в школе своей хочет такой сделать урок, я знаю. Только я не могу его вести. Что, еще вопросы? Поиграем еще что-нибудь? Развеселение. А кто готов сыграть отсюда? Можно начать. Тоже повеселее, не джазовое. Да. Пиджак я одолжу, но как бы зачем так? Я возьму себе кахон где-то. Сыграем. Вон там. Можно просто даже ничего, а просто вот что получится. Я только за. Только за. Ноту выбрать. Thank you.
Спасибо. Будто бы вообще ничего не делал. Да, у нас, наверное, остается 5 минуток. Сейчас 25 минут 10. Мы уже, оказывается, долго очень. Давайте последний вопрос, финальный. Время прошло незаметно, мы с вами, друзья. А можете кратко рассказать, какие высоты вы бы хотели в своей личной карьере достигнуть? Это интересно, да. Какие у вас цели? Пришло время раскрыть. Тебе, Паша, 5 минут осталось. Да, короче, на самом деле мы с Яном делаем проект. Онлайн-проект, который потом планирует перерасти в лейбл. Вау! Да. Проект заключается в чем? Как нас называем? Название PJMay. PJMay, да. Будет так называться наш Twitch и YouTube канал, где мы будем делать онлайн-концерты в поддержку молодых артистов с авторской музыкой. Которые по какой-то непонятной случайности все еще не услышаны. Да.
национальности, место их дислокации не имеет значения. У нас будут артисты из Беларуси, из России, и из Голландии, наверное, даже в США, да, или нет? Да, в принципе, это всюду. То есть я расскажу чуть глубже. То есть я вот пока сидел на карантине, например, вот очень много чего узнал. Зря. Что я вам советую? Я советую, несмотря на то, что вы занимаетесь музыкой, заниматься еще разными другими развивающими в целом как бы ваш багаж знаний. Мы с Пашей электронной музыкой еще занимаемся в итоге. Вот, и я очень много всего узнал про видео и про стриминг. Идея как бы заключается в том, что у нас есть несколько точек. У нас есть как бы здесь студия. У нас есть возможность как бы студии воспользоваться в Амстердаме. И есть будет возможность воспользоваться студией в России. И что мы хотим делать? Мы просто хотим объединить наши сферы влияния, если так можно сказать, и просто приглашать музыкантов в зависимости от их локации прийти туда, отыграть концерт. Единственное и самое важное как бы требование к тому, чтобы музыка была своя и чтобы она была в современном жанре. Интересно, какая-нибудь свежая. И то есть мы будем курировать все это как бы наших артистов амстердамских, а в Амстердаме там и Южная Корея, и Америка, и Канада, и Англия, и Испания, то есть там много всего, как бы в России, как бы и России, там, и армяне, там, и грузины, там очень интересные, как бы, личности. И просто это все централизованно стримится с нашего канала, который мы ведем. С системой донатов и других поощрений, которые потом делятся... Подписки. Даже без них. Которые будут делиться между музыкантами, отыгравшими непосредственно как бы шоу, а вторая половина как бы планируется отдаваться, пересылаться на какие-то фонды, поддерживающие как бы деятельность музыкантов или в целом как бы деятельность искусства на той территории, как бы, где эти музыканты являются резидентами. В общем, не коммерческий проект. Да. Когда будете запускаться? Планируем в октябре, и начать планируем пока что стартовать отсюда, потому что мы пока здесь находимся, нам отсюда легче, пока мы еще договариваемся в каких-то моментах с нашими дальними партнерами. И начнем мы, наверное, с Well. Да, просто мы будем как раз с ними играть, и мы будем видеть площадку, и то есть нам будет очень просто взаимодействовать, то есть опробовать первый вариант с людьми, с которыми мы непосредственно будем сотрудничать на сцене. Вот, а там дальше посмотрим, как оно пойдет. Будем надеяться, что будет дальше двигаться и сможем развивать этот проект. Вот, да. А в плане вообще, если глобально, то я бы не сказал, что надо гнаться за какими-то... Проблема нас училищных, когда мы поступаем, мы где-то сочиняем музыку. Вот он путь, который я себе нарисовал, да. А потом хопан, ты понимаешь, что раньше ты такой, это электронная музыка, а сейчас ты слушаешь такой, этот бит ровный, и он такой вкусный. Я к тому, что правильно, наверное, просто плыть по течению, иметь амбиции, естественно. Амбиции быть услышанным, если ты пишешь авторскую музыку, амбиции делать и саморазвиваться, что актуально в 21 веке. Но ставить перед собой конкретный план ты никогда не знаешь. В какой ипостаси ты себя найдешь. Я был когда-то на мастер-классе Маркуса Миллера, и в тот момент я обожал играть там слэпом. Маркус Миллер стайл, вот все, мне так нравилось. И вот у него кто-то задал вопрос, я уже как-то не помню, как звучать по-своему. Он сказал, надо быть честным перед собой. Какой-то вот внутри, и вот искать себя и пытаться вот выталкивать свое внутреннее я, свою внутреннюю музыканта, свою внутреннюю любовь к музыке, ведь она у тебя особая, наружу. И вот в этот момент самокопания, вот как я говорю, на карантине сидел, просидел, у нас же всех есть момент, когда ты не можешь, например, трогать инструмент какое-то время, когда ты сам прозреваешь, условно говоря, в музыкальной индустрии, в сфере или вообще, что происходит в мире. И ты понимаешь, что ты абсолютно другой музыкант. Да. И неизвестно, каким я буду музыкантом через 5 лет, как и я, и как вы все. Поэтому надо просто не бояться плыть по течению, искать себя постоянно. Каждый день просыпаешься. Может, сегодня ты... Не сентиментал. А может, ты сегодня...
Я последнюю фразу, которую, ну, как бы времени уже очень мало, но я очень, на самом деле, блин, так не запланировал, что... Да, я забыл. Спасибо. Спасибо Татьяне, потому что я забыл. Еще один короткий анонс. Баздей. Я анонсировал Баздей, который должен был быть пройти в декабре, но, к сожалению, из-за ситуации, на которую мы все не можем повлиять, даже по воскресеньям, все поняли, он перенес на конец февраля, начало марта. Уже точно приглашал на него Антон Давидянц. Может быть, кто-то еще меня хочется пригласить. В общем, это такое большое событие для Беларуси, я считаю, потому что к нам редко приезжают, к сожалению, джазовые музыканты таких масштабов. Он будет, этот Баздей, организовываться совместно и под эгидой нашего, условно говоря, лейбла PJ Made, и все это будет с ним связано. Вот. Да. Также магазин Music Market является официальным спонсором Баздей. И может, людей... Татьяне аплодисменты за... Да, да. Там будет разработано чуть поближе к моменту концерта, расскажу более подробную информацию, но суть в том, что будет несколько вариантов, будет мастер-класс Антона Давидянца также утром, и люди, которые покупают билеты, будут иметь 10%, по-моему, да? 10% скидку в магазине Music Market, собственно говоря. Замечательно. Да, такой короткий анонс. Ян? Слова. Друзья, да, хочется подвести итоги этого мастер-класса, поскольку мы никак не подведем. Да, просто последние две фразы, которые я обязательно хотел сказать на этом мастер-классе, про амбиции. Дорогие друзья, неважно, кто вы на самом деле, музыканты, а может вы как бы не очень как бы, к музыке тяготеете, а вам просто интересно, как бы было прийти сюда. Но если я что-то и понял, как бы из моего из моей головы такой амстердамской, да, в жизни, так это то, что если у вас есть амбиции, если вы хотите как бы в своем поле прослыть кем-то, а не какой-то там каким-то повторякой или таким как бы второсортным музыкантом, неважно кем, неважно когда, прямо сейчас, прямо сегодня делайте что-то свое, не стесняйтесь и прямо в следующую секунду выложите это все на бумагу или на инструмент. Если у вас ничего нет, замечательно, работайте как бы с чистого листа, придумайте что-нибудь свое, пожалуйста, не занимайтесь вечным копированием, потому что это вас никуда не приведет, кроме как максимум на второе место. Если вы хотите быть уникальным, если ваши амбиции как бы говорят вам, что вы должны быть в какой-то нише, вот как бы свои такие, начинайте, пожалуйста, прямо сегодня делать свое. Ребята, спасибо всем большое, что вы пришли. Как вас найти в интернете? Ян Цепега, Павел Орлов. Да. Я имею в виду проект. Проект, да, это, кстати, хороший. Я думаю, он будет анонсированный, мы постараемся максимально его распиарить. Пока что это все еще в зачаточных началах, поэтому... Ну, не в таких зачаточных... Да, мы его уже рекламируем. Подпишитесь на нас в Инстаграме. Это Павел Орлов или yansapega.wav. Там Music Market, в сторисах сегодня есть все ссылочки, упоминания, так что заходите к нам, в сторисах. Просто подписывайтесь и следите, пожалуйста, за анонсами. Мы будем там анонсировать все, что будет касаться этого проекта в будущем. Это уже случится очень скоро. Проект называется PJ Made, если вдруг вам интересно. Канал уже создан, но пока не заполнен. Мы в данный момент, да, в процессе мы работаем над этим. И в скором времени как бы ждите. А также, если как бы вы сами являетесь участником проекта какого-то оригинального, да, и считаете, что вы достойны как бы будете выступить, или вы знаете кого-то, присылайте нам, как бы уже сейчас можете как бы с нами связываться в том же Инстаграме, или как бы зовите вот ваших друзей, чтобы они с нами связывались, чтобы мы обязательно как бы это просмотрели и естественно, ну, как бы приняли решение, как бы вдруг вы станете участниками этого проекта, мы будем очень рады сотрудничеству и свежим идеям.
пришло. Спасибо. Thank you.